Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская. И сегодня удивительный день без солнца. Вот кто-то там ждет солнца, а мы радуемся, когда солнца нет. И сегодня мне удалось сделать еще одну домашнюю такую, как это сказать, я не знаю, как ее показать, амба-самади. Вот я попробую присесть. Вот. И поехали. Вот она, амба-самади. Здесь океан, здесь зеленая трава. И на океане вот эти два солнца. Одно солнце мать, другое солнце за мной закрыто. Вот оно, Шри Аурабиндо. И в этом океане буквы амба-шанкара. Амба, то есть амба-самади. И внизу трава, цветы. Вот такая симпатичная сделана уже штукенция. И, честно говоря, я очень рада. Вот, вы можете видеть. Потому что там была праздничная с тряпочкой, с шелком, да, а здесь вот такая вот. И вы видите, что это уже вот доска прислоненная, разрисованная, да. Она сегодня такой свет, что не увидишь все цветовые оттенки. Но очень здорово на самом деле. Все классно. Так что вот сделана еще одна большая работа, которая завершена. Ну, а остальное будет вершиться потом. Все, с вами была Мария Карпинская. Всего вам доброго. До свидания.